Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. 29 мая Яна Рудковская посетила Ледовую арену вместе с мужем Евгением Плющенко и старшим сыном Александром. Они все вместе вышли на лед и станцевали веселый танец. «Скоро вы все узнаете», — заинтриговала под роликом Яна своих подписчиков. Яна Рудковская уже длительное время счастлива в браке с Евгением Плющенко. Они растят сына Александра, который пошел по стопам отца и занимается фигурным катанием. А в прошлом году у пары родился еще один сын Арсений. Теперь любую свободную минуту супруги уделяют маленькому наследнику. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости. И помните, мы ценим чужое мнение.